«Человек, помоги себе сам». Это написал Людвиг ван Бетховен. А вот это написала я. «Человек, помоги себе сам. Стань... Так. Человек, помоги себе сам. Стань опорой себе и щитом. Человек, помоги себе сам. А другие помогут потом. Если трудно тебе, не хули целый свет. Это слабо подставить. Крепко помни, что лучше земли ничего и нигде не сыскать. Словно к матери, к ней припади, к этим рекам, к полям и лесам, к самой теплой, желанной груди. Человек, помоги себе сам». Я сосчитала ступени. Было их ровно 5. Не было больше сомнений, как это все называть. И я назвала бесстрашно, любовью, весь этот путь от встречи той первой нашей, которую не вернуть. И до того мгновения, когда не могла сосчитать, проклятые эти ступени, а всех ты было 5. На зимний ванеков иду я к дядьке в гости, а дядька алкоголик, он жизнь свою пропил. Шагаю я по тропке, шагаю через мостик, ну, мостик это громко, дощечки без перил. У дядьки пусто в доме, уехала старуха, а нынче именин, а сердце чем согреть? А нынче он, конечно, как и всегда, под мухой Некрасова прочтет мне и песни будет петь. Мне грустно и печально в его холодном доме, и, если откровенно, не хочется идти. Но думаю, а если, ну кто, скажите, кроме? К нему летишь пьянчушкам, конечно, по пути. Ему несу гостинец, пирог с вареньем сладким, но жизнь его вареньем, увы, не подсластить. Он скажет мне, вот видишь, все у меня в порядке, а чаю не хочу я водку буду пить. Мой дядька, дядька Коля, был правда алкоголик, но на его могилке весной цветы цветут, и никуда не деться мне от сердечной боли. Над ним кукушки плачут, да и руки поют. Поглажу кошку, молча посижу, послушаю, как веет звон весенний. О, как я этим мигом дорожу. Шепну ему, остановись мгновенье. Течет река мгновений и минут. Мурлычет кошка, извинят копели. Мне кажется, что ангел поет. Великий пост последней недели. Когда это было, не знаю. Какие такие года, цвели все черемухи в мае, звенела и пела вода на веточке юного клена, скворец о любви распевал, а где-то мальчишка влюбленный стихи вдохновенно читал. И женщина май вспоминая, до света уснуть не могла. Когда это было, не знаю, какие такие года.